В начальной школе из Лучинска появился необычный учебный кабинет. Дело в том, что он выглядит как квартира. Нас служит такой кабинет для тренировочных занятий по пожарной безопасности. В гости сюда чаще всего заходят дети и им наглядно демонстрируют правила обращения с электроприборами. Здесь есть и свои хитрости. Например, рядом с каждым прибором есть кнопка, при нажатии на которую появляется дым. В последующем на него реагирует датчик, а после срабатывает и пожарная сигнализация. Каждая из зон подключена к щиту, с помощью которого дети учатся отключать электричество. Такие занятия в учебно-тренировочном классе проходят в рамках предмета «Окружающий мир». По-моему, похож, да, очень сильно на дом. Даже холодильник есть. Но узнал, как срабатывают датчики, как срабатывает вентиляция, как вентиляция помогает устранить дым. Задача была здесь максимально простую систему собрать, как для преподавателя, который будет демонстрации, да, проводить, так и максимально понятную для детей, и чтобы они это могли применить в дальнейшем в жизни, эти знания. Здесь мы смонтировали, получается, 6 зон, условно, которые будут имитировать пожар, такие как горение холодильника, микроволновой печи, чайника и так далее, да, и система вентиляции, да, такая вот демонстрационная, и которая рассчитана на этот класс.